Смотри, тут сейчас последний заедет, а там морда покажется. Миша, там что, еще два прицепил, что ли? Так, мне только спросить. Чего через талончик? Мне только спросить. Да, пойду курну, короче, ладно. Сами нагрузятся. Миша, там погрузчик стоит, что ты курить-то пошел? Думаете, легко управляться такой штукой? Все хорошо. Не знаю, у меня обычная штука. Так, 140 кубов, нормально. Грузите меня семеро, грузите меня семеро, давайте. Всем за прошедшим полный привет. В австралийский дальнобой, да. Там еще прицеп есть? Нет. Так, 200 кубов, да? Да, 200 кубов. Первый был с двумя, потом 4, это уже 6. 200, чуть-чуть еще не хватило, 2%. Лёха, пока ждём загрузку, тоже купим. Чё, куда не хватило? Есть домашний настойчик. А есть же, поехали. Тут уже на входе очередь из канала. Смотри-ка, дед-то, фигачит только в путь. Давай. Мика, только не зацепись нигде. Не-не, ехай. Миша уже накатался. Да, ничего я не накатался, счет взял. Вначале там был. Да. Миша, ты там будешь заезжать? Да, да, сейчас пил этот раз подрассосется там. Сейчас заедем. Горгиш, все, это последний. Да? Ну сейчас. Сейчас папа Миша приедет. Давайте, заезжайте, я тут занят еще пока. Так, Миша. Дайте Мише подготовить. А, Миша там эту электричку Москва-Воронеж собирает. Скорый поезд к дому убийц. Так, с какой стороны заехать? С любой. По той стороне лучше, чтобы вокруг бочки и это, чтобы заехать от тебя. Там реально уже змейка. Ой, что-то он вздыхает походу. Ну это знаете, вот когда это в игру змейка играете, каждый раз там добавляется. Да, 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 да. Ну мной следуй. Дай что, чтобы 100%, погоди. 6 прицепов. 200 кубов будет. Сюда мимо. И он дал. Асфальтик вас чуть-чуть вдавили. Миша, заезжай задом. Да, Миша, заткнул опять. Какой большой, я даже не заканчиваюсь. Не заканчивай, давай. Все, несемся на разгрузку. Посмотри на него. У вас что тут драка происходит? Кота уже чужой оттаскивает. Так, я так понимаю, мне нет смысла ехать, да? Еще раз грузиться. Алекс, ты что творишь, а? Это контент. Макс, побежай. Я все равно. Я сейчас опять что-то пытаюсь впереди занять. Ай, разгоняйся. Че, пытаешься паровоза погнать? Давай. Смотри аккуратнее, а то тебе паровоз. Просто она сейчас за паровозом застрянешь. Да, похоже. Ехать до разгрузки. Давай. Чух. Помойка!
Я тебя отправлю на металлолом. Он еще работает, скорее всего. Кто не успел, тот опоздал. Саныч, ты успел? Почти. А, теперь оттормаживаемся. Мне кажется, сейчас Миша с разгону, как Саныч там вместо разгрузки. А, не надо. Главное, что тормоза реально прям, ну, норм. Тормоза прям топ. Кто не успел, тот опоздал. А, так. Пойду я за займу очередь. Еще он что-то заикает. Так, сколько там? Ну знаешь, с такой очереди тут ты только заикаться начнешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О. Шестой, значит. Шестой. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Миш, протягивай. Не. Yes. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай. Там уже пора. Стой, Миша. Все. Машинист же не слышит, вы говорите раньше. Так, я не вижу, какой прицеп-то? Во. Седьмой. А все? Да. Теперь... Я утаскиваю чужой, помогите. Так. Отлично, короче, отлично. С Богом. Нормальная стратегия, господа, нормальная. Удав из кировца сделали. Кировский удав, ребята, понятно? Это блокбастер, кировский удав. Так, ну что там? Дальше ехать? Сейчас, подожди, нет. 170. О, грузи, проезжай, протаскивай. Давай. Блин, у меня голова уже показалась на улице. Давай, головка показалась, давай еще. Стой. Кинокомпания YouTube Pictures и Bulldozer Productions представляет. Свекольный удав. Ну, два прицепчика. Ну, может еще парочку. А, ну один прицеп. Давай. Да не, вы что, с ума сошли, что ли? Там разгружают. Там разгружают. Где Владимир? Он же Михаил. Так, сколько у нас уже? 220, да? 220 кубов. А точно ты утащишь столько? Да, по-любому. Эх, нам чуть-чуть прям не хватает на 17 участок. Да подожди, сейчас Миша продаст. Ну как чуть-чуть? Полмиллиона евро. Миша, стой, я еще тебя гружу. Мне кажется, мы столько зря. Это первый раунд, если что-то. Эх, Миша, без денег взял, у нас работа решила. А пока я буду ездить, вы тут еще нагрузитесь. А я уже не гружу, так что еще ко мне можно подъехать. Если там проехать. Заработаем. 500 тысяч заработаем. Там, по-моему, Миша все поикрал, хрен подъедешь. Угу. Привет, Алекс, привет. Хорошего там вечера, без мурмур. Все? Там Миша все перекрыл, комби фиг подкачать. Так, 270 кубов. 272, все, я уехал. Чуть-чуть не хватило до 300, да? Тихо, Григорий, сейчас же еще пару прицепов. Да мы все пойдем. Нажимаю. Да мы все пойдем, а ты пишешь будет. О, норм. Ой, как так? Ты же твоем. Фу, хулиган. Ты что, не слышал? Тебя еще и зажали. Потому что вдвоем еще и зажали.
Чтоб не вырвался. Что на самом деле не получаю удовольствие от возможности. Зрение человека. Там если... Да, все, вижу. Ой, ой. А, все, все, мы разогнались нормально.